Привет всем, это Вячеслав, канал Акибай. Сегодня к нам приехал такой вот паркетник. Это Nissan X60 2015 года выпуска европейской сборки. Машина владельца был один выкидной чип-ключ от зажигания на три клавиши. Закрытие, открытие и багажник. Это вот хозяйский ключик, он запрограммирован машину, он машину дистанционно закрывает. С первого нажатия не открывает, потому что нужно чуть подождать. И машину открывает багажник и открывает целиком машину. Ключик машину заводит. Если мы проворачиваем ключ в замке зажигания, машина заводится. Для программирования ключей зажигания нужно работать с блоком, который находится за блоком управления климатом. Вот этот блок. Что мы сделали? Мы изготовили новый чип-ключ зажигания, владельцу он нужен был. Мы это сделали так же, как хозяйский ключик машины закрывает. Если подождать чуть-чуть времени, ключ машину открывает. Теперь владельца Lifan X60 2015 года выпуска есть два чип-ключа зажигания с кнопками. Если вам также нужно изготовить дубликат ключа зажигания на вашу машину, обращайтесь, компания Акибай вам поможет.